Второй век до нашей эры, глянь. Никогда. Режим же нарушен, кормилица. Слушай, неужели опять будем питаться концентратами, как в Антарктике? Дорогой товарищ дипломат, мы привезли с собой столько каши супов, их надо уничтожать. Ну ладно. И что ладно, обратно я их не повезу. Дежурный, Любешкин? Я дежурный. Что у тебя сегодня на обед? Жизнь. Ну? Пища богов. Да? Да. Интересно. А что на первое? Суп-пюре гороховый. На второе? Макароны. Ну а на третье, на третье? На третье. Тебя третье интересует. На третье секрет изобретателя. Ну, да. Главная задача заключается чуть-чуть. В том, что... Не понимаешь? Объясню. Я говорю, что главное, чтобы... Рома. 1-0. Сигнал. Ладно. В мою пользу. Учтем. Ерунда. Слушай, ветеринар, ну? Ты знаешь, что я сейчас подумал? Нет? Что в перерывах между лечением кошек и собак ты можешь готовить обеды. И этим обеспечить себе уважение тещи. Все? Нет, не все. И самое главное то, что твоей будущей жене нечего будет делать на кухне. Я тебе последний раз говорю. Женщина и я понятия несовместимы. Понял? Посмотрим. А, извини. Давай, сигнай. Где Сундуков пропадает? Каждый день исчезает. Давай, сигнай, сигнай. Сейчас. Я вам дело подумал. Ира, ты с ума посходили? Аккумулятор мне хотите разрядить? Бессовестные. Я тебя предупреждал, не сигнай. Что ни говори, а частная собственность отражается на психологии человека. Верно, Рома? Я с тобой абсолютно согласен. Голос бережете, машину не бережете. Что это у тебя такое? Краб. Живой? Живой. Да мило. Возьми. Прошу к столу. Обед готов? Давно уже готов. Музыка, пожалуйста.
Кушать подано. И... Клянемся не бриться, не пить, не курить, и остаться дикарями. Аминь. Ура! А то есть, фу, ура! Сейчас не выйдет. Духотища. То ли дело здесь на свежем воздухе. Здесь вот простая макарона. Угу. Окажется шашлыком. Верно я говорю? Безусловно. Степ, ну не хамство, а? Да я тебе... Все равно. Я за третьим пошел. Один-один. Я помню. Вот. Пожалуйста, секрет изобретателя. Что это за трясущиеся? Ешьте, ребят, не бойтесь. Какая-то розовая медуза. Уже не порть, товарищ, аппетит. Ешь сундук. Это без хлеба идет. Не приучайся, без хлеба. В Риме однажды я пробовал вареных осьминогов. Никогда в Риме не был, он трепется. На, за здоровье мамы. Ешь сам. Да, действительно, сам попробуй. Пожалуйста. Круто. Ну, еще а дальше? Да? Дальше. Пожалуйста. Я чай принесу. Рискнем? Давай. Ничего. Вкусно? Угу. Так вот, про осьминогов. Ну-ну. Едем мы из Милана в Рим. Угу. Дороги потрясающие. Угу. Из-за поворота вдруг низкий белый фиат. Ну, как наш запорожец. Угу. Степа, за рулем. Всю воду. Дежурный по кухне не должен задавать подобных вопросов. А что он должен делать? Он должен обеспечивать лагерь водой. Да? Да. Завтра моя очередь. Это единственное, что меня утешает. Можно шляпу не платить. А ну-ка, встань. Пожалуйста. Ты что, сдурел, что ли? Да-да-да. Пресную водичку надо беречь, дорогой мой. Степа. Степан Иванович. Тихо-тихо-тихо. Доктор, но... объясните мне, пожалуйста, какая разница между пимезоном и мюмезоном? Отстань. Нет, серьезно, а то говорят, есть еще какой-то кюмезон. Ну, в двух словах тебе этого не объяснить? Ну, хотя бы приблизительно. Слушай, имею я право 30 дней в году? 24. Ну, 24. Не говорить ни о пи, ни о мю, ни о кюмезонах. Я читаю дедуктивный роман. Оставь меня в покое. Thank you.
простите. Пожалуйста, простите. Я думал, что это ребята. Ничего, ничего. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, девушка. Добрый день. Вы здесь надолго расположились? Кажется, это вас не устраивает. Вы догадливы. А что тут смешного? Мне смешно, потому что это место наше. Какое место? Вот это. В каком смысле наше? В самом прямом. А, на Земле сейчас очень тесно, знаешь? Да нет, просто каждый год мы отдыхаем именно здесь. Простите за нескромный вопрос. Пожалуйста. Кто это мы и сколько вас? Нас? Да. Двое, а что? Нет, ничего. А кто вы такие? А это не важно. И давайте не будем. О-о-о, а вы случайно не из милиции? Сейчас мы вам паспорта покажем. Слушайте, граждане, это место наше, и заняли вы его незаконно. Как вы сказали, мы его заняли незаконно? Да. Вы слышите, доктор? Не глухой. 5 лет подряд мы живем именно здесь. Ну и что же? И не собираемся изменять наши привычки? Оригинально. Слушайте, милая девушка, не смешите нас. Любешкин, иди сюда. Что? Не падай в обморок, нас выселяют. Кто нас выселяет? Пожалуйста. Простите, это вы нас выселяете? Мы вас не выселяем. Ну, чего же вы, ребят? Мы просто просим вас отсюда уехать. Здравствуйте. Здравствуйте. А куда уехать? Да куда угодно, найдите себе другое место. Я не понимаю, почему мы должны уехать, а? Детский лепет. Кроме того, кажется, мужчины. О, нет. Мы не мужчины. Как? Так, мы дикари. Неважно. Угу. Вы должны уступить нам это место. Простите, 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 пардон. Пожалуйста. Угу. How can you explain that's your place? Он спрашивает, чем вы можете доказать, что это ваше место? Да, а? Чем? Вам нужно доказать. Да, да. Не верите? Нет, нет. Да. Ну, хорошо. Докажем. Разрешите? Закрой рот. У вас есть лопатка? Что? Лопатка есть у вас? У нас лопатка есть. Доктор, у нас есть лопатка? Есть. Наше место. Что это, золотой прииск, что ли? Нашли клондайк. Пожалуйста. Будьте любезны. Что? Выкопайте ямку. А, это у нас Рома, большой специалист. Пожалуйста. Помоги девушке, Рома. 2-1. Доказательства ищем или памятники старины? Зря встретили. Ну что же дальше? Доказательства. Нади! Муж утомился. Устал. Бедняга. А? Сидеть. Не муж. Зоя, ну что ж ты, куда-то пропала? Наташ, ты представляешь, наше место заняли. Как это заняли? Ну вот так, заняли и все. Кто? Да понятия не имею, вон какие-то ребята. Здесь каждое дерево знает, что это наше место. Здравствуйте, товарищи. Яму не там вырыли, не тут, а там. Вы что, не верите, что это наше место? Нет, мы охотно верим. Тогда в чем дело? Ну где же доказательства? Ах, доказательства? Пожалуйста. Да. У вас есть лопатка? Девушка, экскаватор вам не нужен? Доктор, носите экскаватор. Поищем. Пожалуйста. Зой, пошли. Благодарю вас. Спасибо. Прошу. Благодарю вас. Спасибо. Уберите, пожалуйста, машину. Доктор, машину уберите. Да нет, пожалуй, можно оставить. Нет, доктор, можно оставить. Спасибо. Так, в прошлом году... Ага. Вот она. Вот вам доказательство. На, Зоя. Доктор, у нас стаканчики есть? У вас есть штопор? Рома, дай штопор. Штопор? Минуточку. Да ну вот же штопор. Вот, вот он. Вот. О, конечно. Пожалуйста. Что это? Читайте. Самодеятельность. На. Крым. Новый свет. Ну-ка, читай вслух.
Советское шампанское, полусухое. Да не ты. Вадим, читай. Мы, презирающие и осуждающие все виды отдыха, кроме дикого, открыли это место на берегу Черного моря 20 июля 1956 года. И в тот же день закрепили его за собой пожизненно. Пожизненно. Каждый год обязуемся мы, используя для этого все средства и возможности, отдыхать вместе и только здесь. Закрепление данного обязательства распита бутылка шампанского, и в нее вложено данное охранное свидетельство. Детский сад. Ясли. Теперь убедились? Ну, допустим. Степ, а в чем мы должны убедиться? Что это место наше. Слушайте, девушки, милые, дорогие. Мы вам не милые и не дорогие. Это очень не хватает. Одну минуточку. Ну, давайте посидим за круглым столом и спокойно разберемся. Зачем? Прошу. Пошли, Наташа? Пошли. Присаживайтесь. Садись. Угу. Можно мне начать, да? Я начну. Ну, давай. Давай. Товарищ, я выражу общее мнение. Когда я... Рома, погоди. Слушайте, в конце концов, в этом году вы с успехом можете отдыхать в любом другом месте. Конечно. Безусловно. Нет, не можем. И не будем. Ультиматум, да? Как хотите. Интересно получается. Вы знаете, что я вам скажу? Ну что, что вы мне скажете? Какие странные люди, они думают, что мы с ними шутим. Действительно, удивительно даже. Ну, хорошего понемножку. Пошутили, пора и честь знать. До свидания. Гудбай. Ну что, можно считать, что беседа прошла в теплой дружеской обстановке. Ну, ладно. Наташа? Пошли. Конечно, пошли. Ой. Дипломат, ты что-нибудь понял, а? Ну, как тебе сказать? Гоноциклизм, который является таким образом, неописуем. Неописуем? Нет. Ага. Три. Кончайте. Перестань. Авантюристки они. Две авантюристки. Вот увидите. Да? Точно. Угу. Наташа, как ты думаешь, кто они такие? Понятия не имею. Вот эта мрачная личность, по-моему, торговый работник. Мясник. Точно. А почему ты думаешь, что он мясник? Нет, не похож. По-моему, он полярник. Полярник? Угу. Да нет, не может быть. Не полярник, да? Нет. Ну, а кто же он тогда? Они называют его доктором. Да он врач. А, может быть. А кто же второй? Спортсмен. Третий – парикмахер, причем дамский. Посмотри, вылитый парикмахер. Пока ясно одно, что они заняли наше место. Пошли отсюда. Пошли. Дипломат, принимай дежурство. Выкатились. Да, уехали. Довели нас до курения. Да. Ну? Тебе говорят. Ну что, ребят, я считаю, что после такого нервного потрясения морская ванна была бы весьма кстати. Нет, только здесь. У них под самым носом. Почему? Мы должны создать им все условия для невыносимой жизни. А, это мы сумеем. Значит, решили? Здесь, да? Конечно. Конечно. Концентратами питаются. Вроде и. Принцип стоять здесь не будет. Thank you.
придумала. Да бросьте, Наташа. Пойдем лучше скорее купаться. Нам придется с ними разговаривать. Зачем и о чем? Они для нас не существуют. Да. Их нет, понимаешь, их нет. Ну, ясно. Главное выдержать характер. Да мне еще столбик надо докрасить. Сейчас я этим займусь. Это ты указатель дыма? Я. Ничего? Ничего. Послушай, Зая, а если они отсюда не уедут? Ну как это не уедут? Не уедут, да и все. Да что ты, Наташ, положись на меня. Уж если я дрессирую настоящих львов, то с дикообразами я как-нибудь справлюсь. Откровенно говоря, они ничего особенного себя не представляют. Ну, не скажи. Да-да, шаблоны стандарт. Нет, внешне они вполне. Ну, а вообще, конечно. Та, которая Наташа, она значительно симпатичнее той, которая полосочка. Зоя, что? Зоя, Зоя. Это которая? Ну да, лохматая, которая заставила его яму копать. А, как они обе лохматые. Договорились. Угу. А ну пошли. Ну что, пойдем, что ли? Пойдем. Да. Пошли. Да. Ой. Уже падаешь? Ну ладно. О! Консервная банка системы «Запорожец». Новой марки? Старье. Едят. С ветчиной. Нет, с колбасой. Рома, пересмотри. Да. Ну ладно. Я пойду, пожалуй, приглашу. Потанцевать? Угу. Пошли. Ты что? Еще печенье к чаю. Разрешите? Ну такое. 5-1. Так вот, читай дальше. Давай, давай. Джексон смутился. Пойдем. Перед ним стоял беззащитный Питерсон. Кровь у него отлила от головы, мысли прояснились, и он значительно успокоился. Он очутился под длинным звоном в полной темноте и тишине. Дрожа всем телом, с замирающим сердцем, Джексон ощупью выбрался. Сегодня исполняется 85 лет со дня смерти великого поэта. Рома, а ты что не спишь? Нет, почему? Я сплю. Дипломат, физик, человекообразная обезьяна. Роман. Три небритых дикаря. Слушай, как ты называется человекообразная обезьяна? Горилла. Горилл не подходит шимпанзе. Мы должны избавиться от них. Как? Как? Любым способом. Мы будем спать? Спокойной ночи. Пока. Наташ, я погашу свет, а кому? Гаси, конечно. Спокойной ночи.
Нарушен нормальный отдых. Все нарушено, я так и знал. Им только этого и надо. Лично меня это мало беспокоит. Не на того напали. Какой-то ты за последнее время стал нервный. Степа, перестань трястись. Ладно. А ты куда смотришь? В море. Брось смотреть. Дай бинокль. Интересно, что ты там потерял, а? Положи. Что? Положи бинокль. Пожалуйста. Полтора часа прошло, а? Час. Час? Угу. Ну и что? Ну вам-то какое дело? Да так. Грустно. Что грустно? Ну ты посмотри, эти нахалки плавают, как дельфины-шизофреники. Сейчас посмотрим на дельфинов. Плывем обратно. Подождем еще немножко. Пусть, пусть поволнуются. Ты знаешь, я тебе забыла рассказать. Я вчера заплыла, смотрю, дипломат за мной. Ну, я дальше плыву. Отплыла, мне просто легла на спинку. А дипломат подплывает ко мне и говорит, не боится утонуть? Ну-ну. И потом снова вокруг меня и спрашивает, вот где ты вас видел, а где никак не могу вспомнить. Ну, ты сразу, конечно, напомнила, что ты актриса кино. Не-а. А дальше что? Ничего, пожал воде плечами и поплыл к берегу. И все? Нет, не все. Глупо как-то получается. Живем рядом и даже не здороваемся. Да? Конечно, как дикари какие-то. Любой нормальный человек не смог бы остаться спокойным, если бы на его глазах утонули два... Две. Ну, две. Показуха. Да, простой расчет, ясно. Какой-какой? Точно. А? Какой? Ну... Дипломат, соображать же надо. Нет, погоди, пускай он сам скажет. Какой расчет? Что ты хочешь от меня? Какой расчет? Игра на чужих нервах. Пожалуйста. Лично меня это мало трогает. Ну. Я был женат и знаю. Ни слова. Прошу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Девушки, разве можно так далеко заплывать? А ну, хватайтесь за веревочки. Ну, как хотите. Ребят, мы что, каждый день будем ходить в обход? Я же сказал, нормального отдыха не будет. Ну, можно было, конечно, уступить им это место. Ну, а самим найти другое. Но, по-моему, это будет неумно с нашей стороны. Хорошо, ты говори конкретно. Что ты предлагаешь? Я предлагаю подождать. Так. Посмотреть, чем дело кончится. Ну? Собственно, это даже в какой-то степени интересно. Лично я настроен оптимистически. Ага, мирное сосуществование двух различных систем. Если хочешь, то в какой-то степени да. Только не нужно разжигать страстей и превращать наш туристический лагерь в коммунальную квартиру. Да, но ни на какие уступки тоже идти не надо. Что? Я говорю, на уступки не пойду. Боже сохрани, что вы, ребят? Потому что о чем вам уступить? Что ты говоришь? Да я говорю не об уступках. Не об отходе от принципиальных позиций, а об установлении элементарных норм общения в общежитии. Понятно? Нет. Elementary norms of contact in a hostel. Не морочь голову, говори с ней. Ты что, по-русски сказать не можешь? Смотри, всю машину поцарапала. Да нет. Да испортил, Степа, всю машину. Нет. Пора продавать. Так что ты говорил? К примеру. Ну? Надо ли утром здороваться? Он прав. Да? Да. По-моему, надо. И по-моему. Не надо. Не обязательно. Предатель. Да. Ребята, у меня есть идея. В самом деле. Интересно. Я предлагаю провести границу. Так есть же граница. Так это граница воздушная. Я предлагаю по земле. Чем? Консервными банками. Пустыми. Ну, конечно. Правильно, Рома. Давай, верно. Помогай. Смотри, так. Губная помада. О, женщина есть женщина. Ну, точно я тебе говорю. Ну, хватит философии. Вот доктор Камешек нашел. Подходит? Как раз. Сейчас. Что ты пишешь? Же. Ну-ка, ребята, давайте я столбик оформлю. Давай. Все. Граница на замке. Ребята, по-моему, мы все-таки глупостями занимаемся. Какая разница? Отдыхаем. Готово. Приступаем. Насколько я успел заметить, они здороваться с нами не собираются. Давай сюда, сюда. Вообще мы не знаем, с кем имеем дело. Ну как же, фамилии нам известны. А меня их анкета совершенно не интересует. Так, слушайте, кого в наше время может интересовать анкета? Рома, давай для кресла кусочек отрежем. Да-да-да, конечно. Так, сундук, банку, банку сюда. Держи, держи. На еще. Так. А как быть с деревом? Минуточку. Давайте отдадим, а? Одно?
Ну, их же двое. На, отдайте оба. Ну, ладно, это я возьму себя. Да? Степа, работай, работай. Ну, хорошо. Туда, значит? Да, давай прямо. Что? Так, сюда баночку. Действительно, мы до сих пор не знаем, с кем имеем дело и кто они такие. Вот кто, я тебя спрашиваю? Спокойно, спокойно, спокойно. Вскрытие покажет. Вскрытие покажет. Лично я свой багажник запираю в бумажник. Бумажник в багажник значительно удобнее. Ну да, 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 да. Между прочим, я при них себя чувствую как дурак. Чем? В этой бороде. Вот, вот, вот. Предупреждаю, разложение в наших рядах начнется именно с бритья. Иди сюда. Степа. Я вообще бриться люблю. У меня кожа нежная. Вот это принципиально. Я всегда. Ну, а я как все, но, по-моему, это глупо. Как сказать? Идут. Ага. Зоя, смотри. Тише, тише. Что? Подожди, подожди, подожди. Напусти руку. Пульс нормальный. Нормально? С какой стати ты в машину залез? Ты что, испугался? Из принципа. Принципиальный человек, ничего не поделаешь. Ты знаешь, Наташа, я просто не знаю, что делать. Меня так волнует здоровье моего Левушки. Я понимаю тебя. Как он там, бедный, без меня? Уже ты не волнуйся. Пошлем телеграмму. Ты думаешь? Ну, конечно. Слушайте, мне кажется... Ну, Зоя. Слушай, я идейный вдохновитель. Вот этот мрачный бородач. Да, он очень серьезный. Вот с ним будет потруднее. Жалко. Зоя, мне очень нравится эта музыка. Так сделай громче, Наташа. Пожалуйста, Зоенька. Вылезай. О, внешний раздражитель включили. Сто раз вам говорил, не обращайте внимания. Ну, перестань дергаться. Степа, выходи. Не буду. Kimler olmuş Keziban'ın vekili? Kimler olmuş Keziban'ın vekili? Ну ладно, вылезай. Сказал, не буду. Раз, два. Отпусти, отпусти. Еще. Взяли. С ума посходи. Серьезно, ученый, физик. Не в растенек. Будьте любезны, музыку выключите, пожалуйста. Девушки, ну вас же просят, выключите, пожалуйста, музыку. А? А ну что случилось? Выключите приемник, пожалуйста. Громче. Если не можете выключить, сделайте хотя бы тише. Рома. Ладно. Сейчас. Давай в один воин. Сейчас. И... Погоди. Последнее предупреждение. А? Начали. Bir ahşey canım ben Ну что, ты там уснул, что ли? Рома, ну выходи, они же скоро придут. Неудобно. Любешкин, что ты там делаешь? Ну давай, давай, быстрее выходи. Ну, Рома, что ты там делаешь? Степа! Вадим! Что? Она милиционер, ты понял теперь? Кто?
Подожди, узнай. Ну, покажи, покажи. Ну, что сундук, случилось? Давай, что скорее. Вы раскричались? Кто? Подожди, подожди. Ура. Товарищи, сенсация. Она старшина милиции. Кто? Наташа. Сержант, теперь все ясно. Что да. Ясно, Степа? Что они с нами так разговаривали? Никогда бы не подумал, что она милиционер. Вот это Наташа, так Наташа. Слушайте, кто такая Зоя? Два сапога пара. Лейтенант, вместе проводит свой очередной отпуск. Угу. Диагноз правильный. Ребята, может быть, нам лучше с ними не ссориться? А? Нет, лично я пас. Но вы знаете, что это такое? Ну, ну что? Это типичное превышение власти. Товарищ, ну она же милиция. Ну и что? Женщина-милиционер, она ведь тоже женщина. Вообще, да. И тут быстро положи в палатку. Все на место, быстро. Рома. Раз, два, три. Так, немножко расширим. Так, сюда, да. Давай, Степ, читай, очень интересно. Давай, читай, читай, читай. Мы одни. Так. Джексон выстрелил ему в затылок. Фэнк, безобразие. Что случилось? Выключили радио, а? Кто выключил наше радио? Кто выключил наше радио? Граждане, у вас есть мужество признаться, кто выключил наше радио, ну? Я. Наташа? Да. Наташа, проверь, вещи все целы. Сейчас проверю, сейчас проверю. Это слишком, обыщите, ну. Какое безобразие, съели наш шоколад, неужели съели? Немножко, пригубил, капельку. Наташа, эти вещи отсюда нужно все убрать. Что вы за шоколад шум поднимаете? Я вам сахаром верну. Сахар можете оставить себе. А французские? Французские тухи. Что? Брали? Кто? Вы. Я? Да. Ну, случайно подушился. Ну, я могу извинения попросить. А кому нужны ваши извинения? Извинения. Что им еще предложить? А? Желе. Сто раз вам говорил, не лезьте туда. Степ, ну, действительно, немножко пригубил. Да. 5-0. 5 лет. Год условно. Да, ребята. Вот и решили с ними не ссориться. Поднималась кровавая заря. Слушай, перестань ты со своим детективом. Надоел. Что ты читаешь? Все это мечтаешь. Отдохни, хватит. А наш метод, кажется, действует, Наташа, а? Все-таки диплом от симпатичной. Когда мужчина не брит, я не могу понять, симпатичный он или нет. Ну, на чем ты остановился, а? Ох, Рома, на самом интересном месте. Ну? Джексон, помнишь? Друг Петерсона. Ну? Сбежал из тюрьмы. Ну, я бы его заботой, а? Степа. Сундук. Поднималась кровавая заря. Джексон стоял напротив тюрьмы, рядом с Петерсоном. Он целовал ему руки. Петерсон говорил ему: я люблю вашу бороду, я люблю ваш нос, ваши волосы, но я убью вас. Я ненавижу вас, я вас буду душить. Всю жизнь я буду мстить вам. Рома, Рома, ты спишь? Да. Слушай, Джексон меня сейчас стрелял во сне. Он не попал, нет? Нет. Ну, возьми себя в руки, спи, маленький, возьми. Ребят, что случилось, а? Джексон стрелял в Сундукова. Что ты говоришь? Ну и убил. Промахнулся. Спи, спи, маленький, спи. Ага. А, ерунда, дурачится. Давай спать. О, ladies, I'm sorry. Be careful, you may get burnt. Не волнуйтесь, не обгорим. Мое дело предупредить, а там как знаете. Мое почтение. Мы с вами не знакомы. Зоя, скажи, пожалуйста, а ты очень любишь своего Левушку? Очень. Очень люблю. Но разве можно его не любить, Наташа? Он очень умный и способный лев, да? Но характер у него посложнее, чем у Цезаря. А почему же он тебя слушается? Наташенька, главное дать почувствовать зверю, что человек сильнее его. Хочешь яблоко? Значит, в нашей ситуации мы должны дать почувствовать мужчинам, что женщина сильнее их. Да, но в данном случае нам придется несколько изменить метод нашей дрессировки. А что ты предлагаешь конкретно? Нужно изменить тактику. Как? Настойчивость у нас есть? Ты думаешь, есть? Конечно. Самообладание?
хватает. Так. Чего нам не хватает? Знаю. Нам не хватает ласки. Чего-чего? Ласки. Вот этого действительно у нас нет. Ну что ж, пожалуй, начнем с доктора. А может быть, лучше с дипломата? С доктора. Войдите. Простите, но ведь вы, кажется, доктор. Доктор. Решите к вам обратиться. Попробуйте. Мы не собираемся с вами мириться, но... Мы с вами не ссорились. Да, но между нами сложились такие отношения... Что лучше не выяснять, иначе мы наговорим друг другу дерзостей. Ну, во всяком случае, вы же не имеете права отказать человеку, который обращается к вам за помощью. Вы же не тонете. Не шутите. Зоя тяжело заболела, и нужна ваша помощь. Да? В таком случае вы обращаетесь не по адресу. Как это? К сожалению, ничем не могу вам помочь. Не поняла. Осторожно, попадетесь на крючок. Этого еще не хватало. Вот уж никогда не думала, что среди людей такой гуманной профессии и могут быть такие, как вы. Обращаешься с элементарной просьбой. Неужели трудно помочь? Да. Оказывается, еще не перевелись на нашей земле грубияны. Удивительно даже. Про вашего друга, доктора. Ну, какой же он грубиян. Это милейший человек, добрый, воспитанный, отзывчивый товарищ. Вот как раз этого-то я и не заметила. А что произошло? У Зои очень высокая температура. Позвольте. Благодарю вас, спасибо. Заболела? Да, она перележала на пляже и вся сгорела. Ну, от нее хоть что-нибудь осталось? Ну, что вы смеетесь? Вы даже себе не представляете, как она страдает. Ну, а что же вы молчали? Я молчала. Я как раз и обращалась к вашему доктору. Простите, к какому доктору? Вон к тому. Пожалуйста. А, к Сундукову. Это же я не знаю, Сундуков, наверное, Петров. Ну, какой же он доктор? Ну, вы же его называете доктором? Правильно, называем он и есть доктор, только физико-математических наук. Жаль. Да вы не волнуйтесь. А если вам нужен настоящий врач, то среди нас есть. Вы? Нет, нет. Правда он? Что? Он. Одну минуточку, извините, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Есть дело. Какое дело? Убери копыта. Уже по ниточке ходишь, да? Зоя сгорела. Как сгорела? Ну так, перележала на пляже и вся сгорела. Ну что ты смеешься? Что я должен делать, а? Ну как что, ты же врач. Надеюсь, ты не сказал, что я ветеринар. У тебя хватило совести, а? Конечно. Чем же мне ей помочь? Ну как чем? Пропишем мазь какое-нибудь лекарство, я не знаю. Сундуковым надо посоветоваться. К чему тебе Сундуков? Да ни к чему. Товарищ Вадим, я ведь вас жду. Одну минуточку, да-да-да, я сейчас иду. Тихо, спокойно, я пошел. Ну давай, давай. Так на чем мы остановились? Вы сказали, что среди вас есть... Врач, правильно, да, правильно. Да, да, да. Он с удовольствием согласился вам помочь. Большое спасибо. Надо было сразу к нему я обратиться. Я же не знала. Простите, пожалуйста, я ведь думала, что вы врач. Я так и понял. Степа, ты знаешь, Зоя заболела? Да, да. Ай-яй-яй-яй-яй. Пойдемте, пожалуйста. Так вот, товарищ Вадим, я очень волнуюсь. Помогите нам, пожалуйста. Все, что от меня зависит, я сделаю. Большое спасибо. Рома! У себя? Да, пройдите. Давай, давай. Кто там? Это врач. Можно к вам? Одну минуточку. А, пожалуйста, пожалуйста, я подожду. Войдите, доктор. Здравствуйте. Здравствуйте, доктор. Садитесь, пожалуйста. За чего спасибо, я постою. Что с вами? Ой, доктор, сгорела на солнце. Нехорошо. У вас спирту не найдется? А вы можете взять духи, доктор? Можно, да? Пожалуйста.
Простите. Голову поверните. Ага. Откройте рот. Закройте рот. Дышите, пожалуйста. Еще раз. Ослы, понимаете, и те от солнечных лучей прячутся. Уж на что ослы, а вы... Доктор, чем вы можете мне помочь? Сейчас. Доктор! У вас бумажки не найдется? А, вон, доктор, под шоколадом возьмите, пожалуйста. Вы извините, это так случайно получилось. Что вы угощаетесь, доктор? Нет, что вы, терпеть не могу. Пожалуйста, я вас очень прошу. Спасибо, спасибо. Я лучше выпишу рецепт. Благодарна. Прошу вас, пожалуйста. Спасибо, все хорошо. До свидания. Ну, перестань, ну зачем? Можно? Кто там? Это врач. Пожалуйста, пожалуйста. Я не к вам. За к тебе врач, проходите. Заходите, заходите. Вот, два раза в день принимать. Спасибо, доктор. Да. Вы не боитесь испачкать карман? Вы на что намекаете? На чернила, доктор. Ручка, да. Случайно я просто... Скажите, а как вас зовут? По паспорту? Да нет, просто. Роман. А почему вы испугались? Да нет, что вы, я не испугался. До свидания. Доктор, дверь налево. Спасибо. Ну как, доктор? Вы знаете, я думаю, что все будет в порядке. Ой, я так волнуюсь. Ну, что вы, я прописал мазь. Большое-большое вам спасибо. Нет, почему? Что вы, зачем? Да я рецепт прошу. А, он у больной. Тогда спасибо. Слушай, я попал в глупую сторону. Что она тебе сказала? Не протягивает руку. Лечите. Степ, Зоя ожог. Ну, а что тут, собственно, особенного, если Роман как... Врач оказал девушке медицинскую помощь. И теперь на ней заживет все как на кошке. Не остри, пожалуйста. Слушай, выбирай выражение. Значит, я куплю хлеба и печенье. И закажу в аптеке мазь. Только свежий хлеб купи. Угу. Наташа, смотри, не задерживайся. Да что ты, я же ненадолго. Я скоро вернусь. Журнал купи. Хорошо. Рома. Да? По-моему, у нас тоже хлеба нет. Зачем хлеб, когда есть сухарики? Знаешь, надоели твои сухарики. Пора перейти на свежий хлеб. А ну-ка, отойди. За хлебом? Да. Пожалуйста. Так что еще прихватить? Иди, иди. Все, лед тронулся. Наташа? Да? Это ничего, что я вас Наташа называю? Пожалуйста. Вы знаете, у нас тоже хлеба не оказалось. Ага. Что ж, пойдемте вместе, удаем быть веселее. Да, но, по-моему, мы зря так идем. Вот что ничего, такое? Ничего. Вот так? Кажется, будет короче. Вы думаете? Уверен. Пойдемте. В конце концов, Вадимка, зачем сидеть на сухарях, когда можно есть свежий хлеб? Это не роскошь. Хватит, хватит. Слушай, ты все время нас терроризируешь. Мне это надоело. Не бриться, не пить, не курить, не... Ладно, не будем. Качай, пожалуйста. Вторую неделю только этим и занимаюсь. Я сам во всем виноват. Мне же говорили, Рома, поезжай в санаторий. Угу. ВССПС, МФС, ВТО, УКК, ДДТ, ОТК. Четырехразовое питание, пижама, полоску, культурный отдых. Хватит качать. Ты на что намекаешь? Притащил нас в дыру. Протри-ка лучше колпак. Кто это? Ты узнаешь, кто это? Ты посмотри, на кого я стал похож. Фу. Я же потерял свое лицо. Его надо иметь. С большим юмором. Ух, сатирик. Тебе этого никогда не прощу. Никогда. Принеси-ка лучше воды.
Да, ты дежурный, а я, значит, за водой. Приготовь ужин. Опять? Да. Зоя Павловна. Просто Зоя. Да, просто Зоя. Скажите, вам пресная водичка не нужна? Будьте любезны. А вы знаете, где стоит ведро? У запорожца. Совершенно верно. Да. Вот так. Да, пока мазь будет готова, у нас еще целых 2 часа свободного времени. Куда бы нам пойти? Ой, ой. Простите, пожалуйста. Нет, это вы меня простите. Так вы говорите, что вы заканчиваете институт международных отношений. Да, конечно. Это очень интересно. А что вы ищете? Я? Да. Как что я ищу? Рецепт. А, рецепт, вот он у меня. Да, я забыла. Наташа, знаете что? Я предлагаю пойти в кино. В кино? Да, пойдемте. Ну что вы? Ну зачем нам ходить в кино? Что мы можем сейчас там смотреть? Конечно. Ой. Что такое? Ой. В чем дело? Да ну вас у меня наступили на ногу. Я? Извините, пожалуйста, но, по-моему, я далеко стоял. Значит, это не вы. Ну все, я пропала. Послушайте, пойдемте в столовую. Куда? Я очень кушать хочу. Пойдемте. Нет, пойдемте лучше в новый ресторан «Чайка». Недавно открылся на берегу моря. Говорят, что очень красиво. Наверное, там еще не было. Вообще, там еще не было. Поэтому я хочу. Слушай, прекратите меня обнимать. Я вас обнимаю. Конечно. Товарищи, товарищи, зал не обслуживают. Нам только бутылочку сухого вина. Никаких сухих вин. Почему? Как почему иностранных гостей ждем? What do you tell me? Как? What do you tell me? Ах, бутылка сухого вина. Yes. Да-да. Секундочку. Здорово у вас это получается. А что нам остается делать? Ну, вообще, да. Ну, только расскажите, в каких вы были странах? Неужели весь мир объехали? Да. Тогда могу только синандалик. That's newly sprang in June. My love is like the melody. Скажите, пожалуйста, вы кушать будете? Я тоже кушать не буду. У вас тоже неплохо получается. Вот я смотрю на вас и думаю, что если бы все милиционеры были на вас похожи? Как? Вы меня уже узнали? Ну, если бы я не знал, кто вы такая, я бы никогда не смог представить себе вас в роли милиционера. Ну, почему? Это как раз с этой роли я неплохо справилась. И вам нравится ваша специальность? Странный вопрос, конечно. Очень. Но почему вы избрали именно эту профессию? Я не из детства мечтала. Что вы говорите? Да. И родители не были против? Нет, моему отцу даже нравится моя профессия. А кто ваш папа? Папа, подполковник милиции. Подполковник милиции, а что такое? А, хотите еще? Да, немножечко. Достаточно. Пожалуйста. Ну, за ваше здоровье моя милиция меня бережет. С удовольствием. За вашего папу, за наследственность. Скажите, а вы действительно тот самый физик? Какой тот самый? Ну, который знаменитый Сундуков. Тот самый. А на чем вы сейчас работаете, если, конечно, вы не в почтовом ящике? Сейчас? Угу. Расщепляю ставритку. Да нет, я серьезно. Ну, что у вас сейчас в физике новенького? Слушайте. Когда я на отдыхе, я на темы, связанные с моей биографией и профессией, не разговариваю. Даже с милицией. Что? Нет, нет, ничего. Можно вам посоветовать? Нет. А я все-таки вам посоветую. Вы знаете, для отдыха вы место неподходящее выбрали.
Для вашего здоровья карловарская вода была бы незаменима. А мне морская вода больше нравится. Да? Да. Ап? Что? Что вы все время апаете? Нет, нет, ничего, ничего. Солнце вам противопоказано. Ну, посмотрите, посмотрите. Ну, убедились? Сегодня на заводах и стройках. Светлогорск, самый юный город Беларуси. Вы уходите? Здесь ну, живут тысячи строителей. Спокойной ночи. Помазь. Тш, спись. Давайте. Наташа. Что? А может быть, пойдем купаться? Куда? Купаться. Что вы? Я поздно не купаюсь. Ну, хотя бы на волну посмотреть. Нет, уж завтра успеем посмотреть на волну. Спокойной ночи. Да. Ну, что вы стоите, идите. А, иду, иду. Да не сюда, туда, к себе. А, не сюда, понятно. Я говорю спокойной ночи. Все. Спокойной ночи. Извини, пожалуйста, Зоя. Что это? Мазь. Мазь, лекарство. Мазь? Ну, конечно. Спасибо. Ой, как не вовремя ты меня разбудил на самом интересном месте. Прости. Какой мне сон приснился. Какой? Послушай, кто это там стонет? Да это Роман поет. Ах, он уже поет? Угу. Мне кажется, что он ужасно в тебя влюблен. Да? Угу. Очень хорошо, все идет по плану. Ведь не любить, значит, не жить, кто даст ответ. Так. Ну, а как, Вадим? Ты с дипломом? Угу. Мне он нравится. Что-что-что? Мне нравится. Да нет, я шучу. Пока что держится мрачная личность. Ведь не люби. А то, что ты открыто кино, Вадим, не догадался? Конечно, догадался. Весь город же заклеен афишами. Да, вот твой журнал. Так вот, что мне приснилось. Мне цирк снился. Идет обычная программа. А ты мне почему-то ассистируешь. Городского совета. Появляться в таком виде, в таких штанах, в общественном месте не разрешаешь. Старшина, спокойно. Вы поймите, это же сон. Не понял. Сон. Ах, сон, пожалуйста. Вот так, что же... Настоящий аттракцион. Степа, я пришел. Ты сегодня стонал всю ночь? Где? Где стонал? На берегу. Я пел.
Этот стон у вас песней зовется. Так, день начинает. Ты посмотри на себя в зеркало. А что такое? Ты посмотри, посмотри. Ты что, сказать не можешь? Ты интригуешь. На кого ты стал похож? Ой, осунулся, похудел, будто желтую лихорадку перенес. Ребят, потише, мы же не одни. Слушай, Степа, ты полнеешь, я худею, каждому свое. Доброе утро. Доброе утро. Здрасте. Какой это отдых, если человек чахнет. Чахнет, тихо. Доброе чахнет. Здрасте. Что ты кричишь? Отдых давно кончился, мы живем иллюзиями. Лично я отдыхаю, нормально. Ну и отдыхай. А ты занимаешься самоедством, ты сам себя ешь. Разве я не вижу? Скелет. Ну, потише. Кто скелет? Я скелет. Да, скелет, а не мужчина. Где ты видел таких скелетов? Меня осточертили все эти игры в Робинзона. Все. Да? Да. Вот, вот, вот. Бациллы разложения дают себя знать. Беспринципные люди. Брить или не брить? Предатели. Разрешите? Спасибо. Так, позвольте еще один вопрос. Пожалуйста. В вашем обществе часто повторяется одно имя. Ага, подслушивайте, нехорошо. Нет, ну что, но... что. Вы понимаете, просто волей-неволей до нашего слуха иной раз долетают обрывки отдельных фраз. Угу. Зоя часто вспоминает имя какого-то Левушки. Это ее муж? Не совсем. Понимаю. Друг, и вы знаете, очень ревнивый. Что вы говорите? Я бы никому не посоветовала с ним встретиться с глазу на глаз. Ах, вот как. Но она его так любит и так о нем скучает. Наташа, да. Простите, пожалуйста. Что я просто удивляюсь. Угу. Простите, можно с вами откровенно поговорить? А почему бы нет? Давайте присядем. Пожалуйста. Дело в том, что... Да, то, что я вам сейчас скажу, пусть это останется между нами. Ну, конечно. Речь идет об одном из наших товарищей. О ком? Ну, не о том, который физик, а наоборот. Я не понимаю. А, да. Ну, Рома, вы знаете. А, врач, да? Да. Ой, как интересно, ну-ну. Вы знаете, он погибает. То есть как погибает? Ну, вот так погибает и все. А в чем дело, почему? Ну, я расскажу все по порядку. У Ромы когда-то была любимая девушка. Так. Вот, но когда она узнала, что он не обыкновенный врач... То есть как необыкновенный? Ну, не человеческий, что. Не понимаю. Ну, ветеринар. Вот, она почему-то постеснялась выйти за него замуж. Ну, значит, она его просто не любила, вот и все. Да? Ну, конечно. Но для него это оказалось травмой, вы понимаете? И он поклялся не обращать на женщин никакого внимания и стал убежденным холостяком. Печально. Да. Но сейчас произошло что-то сверхъестественное. Он по уши влюбился. В кого? В вашу подругу. В Зою, да? Да. Понимаю. Я теперь не знаю, как ему помочь. Ну, я сейчас пойду и все ей расскажу. Ну что вы, мы же с вами договорились. Ой, я забыла. Ну, хорошо, хорошо. Отворить потихоньку калитку. Рома! Эгоист, а? Педант проклятый. Пусть зарастет с ног до головы с меня, довольно. Рома, ты что? Хватит бриться, мыться, стричься. Делать то, что ты делаешь и правильно делаешь. Не быть дикарями. Слушай, а может быть мне тоже, а? Что, побриться? Да. Давай, кому нужна твоя козлиная борода? Молодец, долой рабство. Вадим. Вадим. Что? Ты с ней говорил? С кем? С Наташей. С Наташей? Да. Говорил? Да. Что-то кусается. Так что, Зоя? Ну, в общем, к ветеринарам относятся положительно. А? Только вот этот, как его, действительно есть. Кто такой? Насколько я понял, артист цирка. А? Свиреп, своенравен, ревнив, а? Не человек, а лев. Так что я должен предпринимать? Как что? Наступать? Насколько я понял, он ей не муж. Да? Только если тебя не смущает, что она милиционер. Ну, в конце концов, любой женщине свойственны черты милиционера. Вначале она говорит, давайте не будем. А потом следуйте за мной. Мрачная личность. Великий труженик. Все время с зонтиком возится. А что ты от него хочешь? Да нет, ничего. Слушай, я не чую. Хорошо. Готово. Все. Не дай бог сундук увидит.
Ну-ка, ну-ка. Ну. Слушай, у меня то же самое? Хуже. Надо срочно загар принять. Да, где солнце? Здравствуйте. Мое почтение. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, когда вы берете свои часы с нашей территории, а? Сегодня обязательно уберу. Девушки, вы ничего не замечаете? А что такое? Что случилось? Нет, ничего. Мы совсем не изменились? Мы не понимаем, о чем вы говорите. Нет. Ну... Знаете, что с бородой вы были гораздо интереснее. Ну вот, а я его предупреждал. Кстати, вы с бородой были тоже значительно симпатичнее. Ну да, тоже ничего. Ну хорошо, Зоя, пошли. А вы далеко собрались? В санаторий ВЦСПС. Смотреть фильм «Старшина милиции», «Сержант милиции». Вадим, неужели мы пойдем в кино? Ну ты что, с ума сошел? Пойдем гулять. Только ты начинай. Ну, пойдем, пойдем. А ты, иди, да? Иди. Зачем это уже суп варить, а? Остроумный Сундуков придумал. Изобретатель. Ему делать нечего, он развлекается. А интересно, ты где он взял тут зеркало? Привез. Из Москвы? Конечно. Представляешь, ты смотри, какой у меня загар красивый. Ну, что говорите? Вы знаете, у Романа есть предложение. Ну, интересно. Я предлагаю не ходить в кино. А что? Вадим, что? А пойти погулять, говорит он. Ну, что ж, можно. Многим моя профессия не нравится. А это у вас призвание или... Нет, призвание. Я хотел быть необычным врачом. А, выдающимся? Нет, просто ветеринаром. Интересно, а почему? Видите ли, в детстве у меня была собака. Ну. Я ее любил. Да, а мой товарищ ей отрубил хвост. Ну, а я взял. Ну, и зажила, как на собаке. Да. Вообще, вы знаете, с животными значительно проще, чем с людьми. Вы так думаете? Да. Боль они хорошо переносят. Начальство не жалуется. Я с вами совершенно согласна. Вы говорили, что это северная страна. Да. А что дальше? Экономика которой зависит от иностранного капитала США и Англии. Наташа, а? Может быть, я неинтересно рассказываю? Нет, почему? Очень познавательно. Да? Ну, пойдемте. Соня, вы идете? А, иду, иду. Что дальше? Вадим, помоги, что? Пожалуйста, развязать платок. А, с удовольствием. О. Ну, это уж... Ну, что я хотел зубами. Все, совсем снять? А как вам больше нравится? Мне? Да. Не думала я, что вы такой. Какой? Ну, такой, какой вы есть. А какой я есть? Ну, симпатичный. Что вы сказали? Я говорю, что в отличие от вас... Нет, нет, вы перед этим что-то сказали. А в каком поводу? Ну, ладно, не важно. Ну, так вот, я говорю, что в отличие от вас, я своих подопечных не лечу, а воспитываю и укращаю. Ну, понятно, в смысле это сказать. Да, да, да. И дело я имею не с кроликами, и даже не с овцами. Скажите, пожалуйста, Зоя... Просто Зоя. Ой, поздно. Пойдемте, Роман. А вам случалось бывать в серьезных переделках? Случалось. Да? Мои артисты. Артисты? Да, мы их так называем. Клыкастые, злопамятные. И все-таки я их очень люблю. Каждый раз, когда я вхожу к ним за решетку, да-да, я испытываю волнение, которое не имею права им показать. Ну, понятно, понятно. И вы знаете... Они платят мне за это благодарность. Прямо как у Макаренко. Да, элемент воспитания играет немаловажную роль. Но эти дружинники помогают. Какие дружинники? Ну... А, униформисты, конечно. Скажите, Рома, да?
Как вы думаете, что главное в нашей профессии? Главное? Да. Не знаю. Терпение. Так. Настойчивость. И? Бдительность. Ласка. Ласка. Как ласка? Я не понимаю. В милиции ласка? А почему в милиции? В цирке? А, да, во время его походов на скифов и сарматов. Угу. У него служил ветеринаром некий Апсир. И он написал большое количество статей по вопросам ветеринарии. Это вы в энциклопедии прочли? Спасибо. Да. Нет, просто это моя профессия, я обязан знать такие вещи. А вот на Целине однажды у меня был очень интересный случай. Рома, вы увлеклись. Простите. Представьте себе, что человек уснул, а его разбудили. Извините, пожалуйста. Ну, кто спит в такую ночь? Что? Все нормальные люди. То же самое мог бы сказать интеллигент. Рома! Да-да. А, Степан Иванович. Степан Иванович. Степа, к тебе обращаются, да? Степан Иванович, а где ваша обещанная живая рыба? Я вам ничего не обещал. Ну, извините. Спокойной ночи. Спокойной ночи, говорят. Угу. Ни сна, ни отдыха. Лунатики несчастные бродят по ночам. Скажите, а у вас нет желания щупать эти губы? Да нет, Рома, уже поздно, пора спать. Да? Спокойной ночи. Спокойной. До свидания. Хорошо. Спокойной ночи. Да, уже поздно, конечно. Бессовестный ты человек, Сундуков. У тебя сколько лошадиных сил? У меня? В машине. 70. А у Зои? А в запорожце? Ну, 25. 18. Свихнулся парень, все. Маленький, трогательный, беззащитный. Стоит на ветру, на солнцепёке. В то время как твоя, извини за выражение, Волга. Рома, кто это? Я, но без бороды. Да я с тобой после этого разговаривать не хочу. Спокойно, спокойно, спокойно. Ну? Тихо. Мне нужно с тобой посоветоваться. Что случилось? Я ее люблю, понимаешь? Слушай, люби себе на здоровье, только не мешай мне спать. Сундук, для меня это вопрос жизни. Ты же знаешь мою ситуацию. Ты в уме или нет? Ты что, сейчас в ЗАГС собрался бежать? До утра подождать не можешь? Нет. Все. Завтра сажусь в машину и уезжаю. Оставайтесь здесь вчетвером, делайте что хотите. Влюбляйтесь, женитесь, разводитесь, сходите с ума. Хватит, ты с меня довольна. Да подожди. Ты должен меня выслушать. Ну, что случилось? Только тихо. Ну? Я решил сделать тебе предложение. Ага. Как ты считаешь? Я-то тут при чем? Решил, делай. Да? Конечно.
Спасибо. Рома? Что? А как ты это будешь делать? Предложение? Да. Ну как, ну я... Не так-то это просто. Слушай меня. Рома, ты меня не слушаешь? А, нет, не слушаю. Как хочешь. Вообще-то интересный вопрос. А. Вот, представь себе, что я Зоя. Ты? Да. Ну, перестань, что... Но, Рома, я серьезно. Ну? И ты мне делаешь предложение. Давай. Ну? Кто там? Я. Войдите. Рома! Фу, слушай, давай уже внутри палатки и все. Это пожалуйста, он стучал очень хорошо. Давай. Зоя, можно с вами быть откровенным? Конечно. Вообще-то дурацкая фраза «откровенно». Нет, я так не начну. Как хочешь. Ты не волнуйся. Да я не волнуюсь совсем, что ты. Что ты, Зоя, волнуешься? Давай другой вариант. Зоя, вы любили когда-нибудь? Нет. А если она скажет, да, любила, была замужем, и у меня трое детей, что тогда? Да. Ты мне лучше скажи, если она откажет, что мне делать? Нет. Принесешь ей свои извинения. Так. И утопишься, море рядом. Не тонкий ты человек, Сундуков. Сундук, а не человек. Так вы идете завтра с нами, с Натальей ДСПС? А цель? Танцы. О, с удовольствием, но я приду не один. А с кем это? Можно с Романом. Пожалуйста, простите, как отчество Сундукова? Степан Иванович. Степан Иванович. Степан Иванович, мы очень бы хотели, чтобы вы пошли завтра с нами на танцы. Вы обращаетесь не по адресу, простите. Извините, почему он такой сердитый? Вы знаете, он у нас не танцует. А, понятно. Наташа, так мы с вами договорились. Да, в 12 на пляже. Уже поздно. До свидания. Спокойной ночи. Степа! Сундук. Слушай, это ты нарисовал? А, тебе тоже посоветовать. Сейчас я это сделаю. Теперь я Наташа. Женись, топись, море рядом. Ты что, взбесился, что ли? Бродит по ночам, один приходит, будет, другой приходит, будет. Ладно, не бурчи, хватит. Вот именно, хватит. Вот их называется. А, злишься, завидуешь, да? Есть чему завидовать. А еще товарищ называется. Ну, конечно, вы бы гуляли до утра, а я бы поджидал вас с чашечкой горячего кофе. И ты побрился. Да. А ну вас. Эх, дикий ты человек, Сундук. Ну, как успехи? Что? Ну, Вадим, перестань. Смотри, доктор развлекается. Несерьезный человек. Натик, тебе не кажется, что наши отношения зашли слишком далеко? Кстати, ты во всем виноват. Почему? Просил ласки. Вот тебе, пожалуйста, ласка. Так, подержи. Ты что, полюбила? Не знаю. Во всяком случае, так больше продолжаться не будет. Хорошо, завтра выясним. А что мы выясним? Как они к нам относятся? Дверь закройте! Как я люблю грозу? Ненавижу. Джексон явился. Ух, природа распушевалась, а? Ты что пушуешь? Ух, а? Брат ты, сейчас дождь пойдет. Дай гитару. О, прости, пожалуйста. Чего, ничего. Танцы на прокат наших лодки и акваланг. Вадим, ты не помнишь? В багажнике. Ну ладно, давайте спать, братцы.
Что-то так не погасит? Что вы балуетесь все время? Я, кажется, все. Что, по уши влюблен? Откуда ты знаешь? По тебе, что ли, не видно? Так весь и сияешь. А ты? А что я? Я тоже люблю. Я заметил, что Зоя даже обрадовалась, когда узнала, что я ветеринар, понимаешь? Ты чудак, Роман. Что ты стесняешься своей профессии? Слушай, пойдем в лагерь. Вадик, смотри, а где Запорожец? А? Палатки тоже нет. Зоя! Зоя! Наташа! Может быть, они нас разыгрывают? Похоже, что это? Странно. Так, ну все. Уехали. Да не может быть, что ты? Да почитай записку. Где? Милые ребята. Читай, читай дальше. Мы уехали, решили вам не мешать. Найдем себе тихое место. Не поминайте лихом двух милиционерш, которые нарушили ваш покой. Будьте счастливы. Уехали. Вот этого я никогда не ожидал. Нет, я не верю. Подожди, здесь что-то не так. Что ж такое, а? Вадим, никаких следов. Смотри. Будьте счастливы. Чистая работа. А? Рома. Что? Слушай, а может быть, ты их чем-нибудь обидел? Я? Да. Ну что ты, я лечил, я... Тогда в чем дело? Мы за ними честно ухаживали, не грубили. Все было так культурно. Ничего не понимаю. Не знаю. Странно. Уехал, даже не попрощался. Ух, какой я дурак, а? Какой я он! Любежный, зачем я сказал, что я ветеринар? Зачем? Вадим, второй раз, ты понимаешь? Слушай, мы их найдем. Мы их догоним. Ну где? Где мы их найдем? Где мы их догоним? Читай, читай записку. Ну? Читай записку. Читай. Милые ребята. Нет, дальше, в середине. Ах. Найдем себе тихое место. Они не могли далеко уехать, понимаешь? Не могли. Надо быстро сниматься с якоря и за ними в погоню. Да? Собирай вещи. Ох, какая подлость. Ух. Давай собирай вещи, говорю. Ух, какая фальшь. Ух, какая ложь, а? Вот это цирк. Тихое место, а? Заморочила мне все мозги. Знаете, Вадим, я не милиционерша, а артистка кино. Артистка. Теперь я вижу, какая ты артистка. Поехали, Рома. Вот это кино. Рома, поехали. Да куда поехали? Куда? Ну, галстук один. Степа! Сундуков! Просто Зоя. Банальная откровенность. Чего? Подходящая пара. Укротительница львов и ветеринар. Она выступает со львами на арене, а я их лечу от переутомления. Ух, ненавижу львов, ненавижу, ненавижу женщин. Всех, всех до единой. Чего я ей покажу, кто из нас укротитель. Держу сундук, а? Да ну, сундук с места не тронет. Точно. И ты не говори, Степа был прав. Он нас предупреждал, и я ему верил. Вадим, Степа, ну я же просил, не разряжайте аккумулятор. Ребяшка. Прочитал. Мура какая-то. Степа, Степа. Джексон оказался женщиной, авантюристкой. Пожалуйста, Степа. Обещанная рыбка. Степа, протри глаза. Что протри глаза? Смотри, палатка, Запорожец, смылись, все. Уехали. Куда? 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 Что такое? Да, да, да. Что такое? Никогда этого не прощу.
Но если я ее увижу когда-нибудь... Странно. Что же это получается, а? Жили-жили, и вдруг на тебя. Уехали. Да. Зря мы за ними здесь ухаживали. Зря. Зря бороды сбрили. Да, Степа. Ты был прав. Вообще вы себя тоже как мальчишки вели. Ну? Да. Но никаких улик не оставили. Да ничего, ничего. Плохо. Письмо? А. Какое письмо? Где? Да, записка. Ну? Ну что же вы молчите, братцы? Ну-ка посмотри, посмотри. Милый ребенок. Но? Вот. Так, теперь кое-что ясно. Вот видишь? На, сохрани. Давай, пригодится. Так. Но я же сказал, что они авантюристки. Да. Вещи все собрали? Да, все, все собрано, Степа, все. Хорошо. Время, время. 20 минут второго. Да мало времени осталось. Конечно, мало, мало. Где прицеп? Да вон, прицепили, уже давно стоит. Прицепили, хорошо, молодцы. Значит, Степа, все дорогой, надо. Да что надо? Я знаю. Так. Ну, что еще? Ну, по коням. А? Хорошо. Значит, все собрали, да? Да все. Слушай, не это. Извини, 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 случайно. Поехали. А куда? Куда? Только вперед. Ну, направление. Неважно. Ну, хотя бы приблизительно. Да неважно. Ну, какое это имеет значение? Ну, направление. Давай, садись в машину быстро. Я знал, что ты нас поддержишь. Поехали. Поехали. Теперь по всему берегу будут искать нас. А сюда не вернуться. Подумаешь, победа. Пропал. Что? Конец отпуска. Неделя. Да. Зачем мы затеяли эту погоню? Едем обратно. Что остается делать? Действительно. Дышать. Я не думала, что он уедет. Ты же этого добивался.
Глупо получилось. Ну, что тебе сказать? Только честно, ты бы хотела еще увидеть Романа? Конечно, хотела бы. Но ты меня просто поражаешь. Ну, скажи мне, ну, кому нужна была твоя принципиальность? Ну, мы же все-таки добились. Добились? Чего мы добились? Одиночества? И вообще, ты с людьми обращаешься, как с своими львами. Наташа, успокойся, Наташа. Приехали. Все говорят, любовь это яд, любовь это яд, любовь это яд. Но сердцу любить нельзя запретить, нельзя запретить, нельзя запретить. Ведь не любить значит не жить, кто даст ответ, так или нет. Ведь не любить значит не жить, кто даст ответ, так или нет. Тот, кто влюблен, навек покорен, навек покорен, навек покорен. Он ночью и днем с любовью вдвоем, с любовью вдвоем, с любовью вдвоем. Ведь не любить значит не жить, кто даст ответ, так или нет. Ведь не любить значит не жить, кто даст ответ, так или нет.